Добрый день, уважаемые мои подписчики и друзья! Вы на канале Вязалочки с Наталочкой, и я представляю еще одну мою работу – кардиган. Вот, посмотрите, кардиганчик связан, он из квадратиков. Эти квадратики я вам уже показывала, как вязать, был мастер-класс. Кстати, ссылка на мастер-класс будет под видео, можете перейти и научиться вязать вот такие вот квадратики. Кардиган был сделан из пряжи ангора, супер, вот такого ярко-оранжевого цвета, очень интересно смотрится. Наш кардиганчик, он состоит из двух полочек. Кстати, на весь кардиган у меня ушло 6 моточков пряжи. Кардиган идет на размер 52-54. И я хочу отметить, что он связан из двух полочек. Вот посмотрите, одна полочка и вторая полочка. Друг на друга эти полочки заходят. Вот так вот, видите? То есть можно его носить застегнутым. Для этого я прикрепила, обратите внимание, вот такие вот красивенькие кнопочки. Это верхняя часть кнопочек, их, кстати, практически не видно с лицевой стороны. А это нижняя часть кнопочек. Вот, на второй полочке. Левая полочка, и это у нас правая полочка, которая запахивается. Если вы хотите на распашку носить кардиган, вот, то можно вот так его распахнуть. А здесь примерно на уровне пояса застегнуть на какую-нибудь брошь. И будет тоже прекрасно смотреться. Вот я сейчас со стороны отойду и еще раз вам его покажу. Вот так. Это если полочки раскрыты в две стороны. А теперь рассмотрим, со скольких же квадратиков мы связали каждую полочку. Вот давайте посмотрим поверху. Я сейчас их закрою. Вот. И наша первая полочка. Посмотрите, вот. Первый квадрат, второй, третий, четвертый квадрат. Четвертый квадрат, а дальше вот идет рукавчик. Видите? Вот. И вторая полочка также состоит. Считаем. Первый, второй, третий, четвертый квадрат. Вот 4 квадратика, дальше идет у нас уже рукавчик. И также вниз уходит наша моделька. Наша полочка, а вниз у нас идет 10 квадратов. Вот посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последний 10 квадрат. Также хочу отметить, что когда я сшивала изделие, то получается я сделала надрезы вот такие. Вот видите, то есть оно в свободном полете идет у нас. И эти разрезы я сделала на третьем квадрате снизу. Раз, два, три. Вот третий квадрат спереди снизу и третий квадрат сзади снизу. Весь кардиган обработан вот обычным швом. То есть это столбик без накида и потом петелечка из трех воздушных в одну петелечку. Опять три столбика без накида, петелечка из трех воздушных в одну петелечку. Вот так похожу ближе. Весь кардиган полностью по краю обработан вот таким вот мотивчиком, как вы видите. Ну а сейчас мы переходим к нашему рукавчику. Рукавчик. Если оставлять его широким, этот наш рукавчик, то он будет очень широким, на мое мнение. Вот. Ну а если же мы, дорогие друзья, его оставляем узеньким, то для этого нам нужно связать вот такой вот манжетик. Манжетик мы вязали, друзья, тоже столбиками без накидов. Вот я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядочков. Я присбирала немножечко наши квадратики, вот, и количество петелечек набирала соответственно ширине своего запястья. Вот так что 8 рядочков без накидов столбиков. Ну и смотрим рукавчик. Наш рукавчик состоит вот из 6 элементов по кругу. 1, 2, 3. Если мы перевернем, тоже 1, 2, 3. И в длину мы брали, уважаемые друзья, посмотрите внимательно, 4 элемента. То есть в длину 1, 2, 3 и 4 под самым манжетиком. Вот такой вот рукавчик. Сейчас я хочу перевернуть свой кардиган
Снимаю сразу в Ютубе, поэтому на паузу поставить не могу. Подождите, я переверну кардиганчик, чтобы показать, как он смотрится сзади. Да. Вот, выложу его, чтобы вам было удобно смотреть. Вот, посмотрите, какой кардиган у нас сзади. Сзади у меня идет квадрат, если вы видите. Квадрат идет вот на основной спинке. Поверх этого квадрата я сделала еще кружочек, а снизу идут наши мотивчики. Вот я сейчас вам хочу посчитать, сколько же мотивчиков, квадратиков у нас снизу на спинке. Давайте вместе посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мотивчиков. Как я уже говорила, вот у нас три мотивчика вверх поднимаются, и на этом у нас заканчивается. Не сшиваю я дальше, оставляю разрезик. Что я хотела сказать? Если вы желаете, то вы можете вязать свой кардиган мотивами до самого верха. Тогда вам нужно будет прикупить еще один моточек. То есть пойдет не 6, а 7 моточков пряжи. Вот, ангоры супер. И, а если вы хотите вязать вот такой квадратик, то начинайте с серединки. Вот отсюда тут под кругом не видно. И вот по диагоналям я его прибавляла наш квадратик. Хотела связать сзади полностью такую спинку, но она получается сильно легкой. Поэтому добавила основные мотивчики, вот такие, из которых связан весь кардиган. И хочу вам сказать, что украсила я, естественно, вот таким вот кружочком спину. Видела в каком-то журнале, можно назад ставить и квадраты, можно назад ставить и круги, можно ромбом располагать. То есть, как вы захотите, так вы себе украсите свой кардиганчик. Также можно сделать ловца снов. Если я вот так вот оставляю, то можно сюда привязать, например, мотузочки такие, веревочки из воздушных петелек, и на них также связать эти, господи, как они называются, забыла, извиняюсь, перышки, да, и это будет ловец снов. Вот такой вот у меня кардиганчик вышел. Сзади вот он так смотрится, спереди, и сейчас покажу вам горловинка, как обработана. Горловинка тоже полностью у нас обработана, как я вам говорила. Три столбика без накида, три петельки воздушных в одну петлю. Вот так. Вот такой вот кардиган я связала. Вот, а вы уже фантазируйте. Чуть позже сниму видео, как вязать вот такой квадрат. Для тех, кто хочет связать именно такой кардиган, как я связала. Вот, вы его найдете. А уже как вязать круг, вы догадаетесь сами. Найдете в интернете ссылочку. Вот, поэтому желаю вам удачи, всего наилучшего и до новых встреч. Вы были на канале «Вязалочки с Наталочкой». Подписывайтесь на мой канал, присоединяйтесь, оставляйте свои комментарии. Всем удачи и пока-пока!